«Спасибо за мир». Праздничный концерт в честь российских миротворцев прошел накануне в парке Александра Невского. На сцене выступали солисты детской музыкальной школы «Бендер». Звучали песни о родном крае, семье и мире. Моя родина, я говорю и люблю бесконечно и снова. Отлично. Я считаю, что чаще надо проводить такие мероприятия, посвященные вообще любым защитникам нашей Родины. Отлично. Солдатам и офицерам, особенно детки. Которые... Да, хороший концерт. На празднике в парке Невского было и цирковое представление. Выступили и артисты коллектива «Юность».